Приветище, это Супраленд, и мы продолжаем. Мы находимся где-то под землей, примерно 6 дюймов вниз. Там наверху братишка наш, мальчик, своими граблями что-то раскапывает, пытается сломать мир и построить новый. В прошлой серии, в конце прошлой серии, я купил алмазную кирку за 200 баксов, за 200 золотых, сломал обсидиановую стенку и, как ты видишь, я у вулкана. Мы идем сейчас, прыгаем через вулкан, главное не упасть в лаву. И надеемся на то, что... А, здесь мы включаем магнит. Надеемся на то, что я здесь не сварюсь нафиг. Ох! Ой, только это сказал и сразу же сварился. Печально, мальца. С чекпоинта начинается. Здесь все гуманно. Включаем пряжку. Значит, сюда перелазим. Теперь вон туда. Отлично. О, там, кажется, тайничок. Вот здесь вот что-то есть? Что-то там интересное, кажется. Подождите, подождите минуточку. Давайте я сюда запрыгну. Во! Ну, то есть, в принципе, я мог здесь и по трубе подняться. А для чего? Пока не ясно. Вон там дерево. Я могу сделать мостик. Подожди, давай вот сюда вот я прыгну. Я и здесь могу мостик сделать. Смотри, вот так, хоп, и на кирку. Вот тебе мостик. Надо здесь хорошенечко все обследовать. Уверен, что тут куча тайников. Пока что я их не вижу. Ты видел хоть один тайник? Я вот не заметил. Ладно. Опа, не понял, секретная локация. Кто-то здесь киркой что-то ломал. Гляди, и без меня. Это кто? Как? Кто посмел? Вообще, кто? А, не пролезть? А, тут прыгнуть надо. Я уже думал, нифига себе, как это я тут не пролезу. Я такой тощенький, маленький. Спичку вижу. Коробок спичек полный. О! Вот тут вот вижу золото, которое набьет мои карманы. Я золотить меня. Разбиваем. Ну тут все, пока что по золоту все добыли. Майнкрафтовские блоки быстро у нас кончаются, потому что у нас алмазная кирка. Внизу там что-то горит, как будто, или там лава. Труба, которая может высосать... Не понял, я не все блоки сломал. Труба, которая может высосать воду, чтобы мы попали на дно. Ну давай, короче, на труб... А, я даже понял, что нужно сделать. Смотри, берешь спичку. Надо вот этот чпиньк. Давай, чпиньк. Потом бежишь вот сюда. Оп. Ах, блин. Понятно, все не так-то просто будет сейчас. Взлетаем. Еще разочек, попыточка номер два. Надо тогда как-то так грамотно запрыгнуть, чтобы у меня сработала пряжка. Может даже двойной прыжок понадобится. Сейчас, подожди. Да, походу нужен двойной прыжок. Без него тут вообще никак. Абсурдная ситуация получается. А там монетки, между прочим. Опа, опаньки, ты видал, ты видал, ты видал, ты видал? Там есть проходик. Есть проходик. Надо туда как-то занырнуть. Как-то пос... Так, включаем пряжку. Поехали вниз. Пряжка нам помогает спуститься на дно. Поскольку мы пластик, мы очень хорошо всплываем. Нифига себе. Дай-ка карту посмотрю. Ничего себе, тут локация здоровенная. Могу в трубу заскочить. Не знаю, нужно мне это сейчас или нет. Так, я заскочил в трубу, выскочил. Где я выскочил? А фиг его знает, где я выскочил. Давай карту посмотрим. А, я был вот здесь. Все понятно. Труба вот через стенку проходит, смотри. Был здесь, выскочил сюда. Для чего? Камни могу ломать, серьезно? А, я их брать могу. Нет, не могу, силенок не хватает. Мускулы сдулись. Ладно. Все крушить. Хал крушить. А, зря сюда пришел. Смотри, здесь тоже труба, но она... Я в нее никак не запрыгнул. Возвращаемся обратно. Все, вернулись обратно. Сейчас посмотрим, что у нас тут происходит, собственно. Собственно, кнопка, которая закрывает. Ясно. Мне нужно запереть вот эти ворота, чтобы вода туда не поступала. То есть мы сделаем с тобой небольшую такую дамбу. Значит, теперь прыгаем вот сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Батарейка нужна. Батарейка. Где же мне ее достать-то, эту батареечку? Вон там что, что это такое горит интересное? Прям очень любопытно. Вот в эту трубу, если я прыгну, я попаду вниз, где я видел верхушку трубы. И дабы убедиться в этом, я сейчас это продемонстрирую. Хлыбыщ. Ну да, точно. Я же истинный водопроводчик, я должен был все проверить.
Ну хорошо, там мы, значит, были, теперь нам нужно идти вот сюда. Что будет, если я сломаю здесь блоки? А там, кажется, лава, смотри, она может потопить воду. Ну, в смысле, сейчас пар пойдет. Испарение воды. Это тоже нам на руку, в принципе. Главное, спокойно, спокойно. А, она застывает сразу в блоки вот в эти вот. То есть, смотри, она соприкасается с водой, да, и лава превращается вот в такие блоки. Понятно, значит, нам нужно в любом случае остановить как-то воду. О, тут проход есть. Батарейка. Здорово. Это мне пригодится. Ее мочить можно? Да, ее мочить можно, слава богу. Ее главное не поджигать. Значит, втыкаем. Прыг-панель активизировалась. Запрыгиваем сюда. Нужна спичка. Спичку я где-то видел. Блин. Где я видел спички? Только что зажигал. Ого, как все тут обвалилось. Ладно, не... А, мне нужно будет... Сейчас, все, понял, понял. Сейчас принесу. В самое начало вернуться. А, мне обратно не вернуться за спичкой, потому что тут нет трубы, которая мне позволит опуститься вниз. А я же пластик, я же очень хорошо плаваю и держусь на поверхности. Поэтому обламентус. Ну ладно, будем разбираться тогда пока что без спичек. В надежде на то, что я туда смогу как-то пробраться. О, чувачок, а что ты тут делаешь? Чувачело. Сейчас, подожди, 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 подожди. Опа. Прыжок. Пряжка-отталковашка. Что же расскажешь, давай. Будь осторожен. Там притаилось нечто очень опасное. Так что будь осторожен. Окей. Золотишечка тут, конечно, вообще нормальненькая. Пойдем. Пойдем, посмотрим. Могу заскочить в эту трубу и выскочить вот здесь. Вот для чего мне-то? Камень. Который я, к сожалению, разломить не могу пока что. Но и с собой взять я тоже не могу. Потому что селешенник у меня... А, я, кажется, понял. Я могу в трубу забежать и с другой стороны вылететь. И полететь далеко-далеко. Ага. Только для этого мне нужно отключить вначале пряжку свою. Нет, это плохая идея. Блин, и как мне это сделать теперь без пряжки? Сюда-то я так просто не попаду. Не, без толку, я только в лаву упаду. Это плохая идея, очень плохая. И как же нам быть-то, как же нам быть-то, а? О, монетки, спасибо. О, тут проход оказывается, гляди. А я уж думал, все, придется возвращаться, потому что у меня нет других способностей, которые мне помогли бы пройти эту локацию. Но как ты видишь, все складывается удачно. Пока что для меня. Но учитывая, что я кирку алмазную взял, это говорит о том, что в принципе я уже могу дальше пройти. Ломаем. Ага. Что у нас здесь? Забрал золотишечко. Дальше куда? А дальше облом, походу, да? Да не, я не верю. Я знаю, что тут как-то что-то куда-то можно. Вон там дерево вижу, но мой бластер туда не дотянется. Не дотянусь я никак вон туда. А здесь что-нибудь с этой стороны есть? А-а. Только если вот так вот сделать, хопа. Так, подожди, давай-ка еще раз наверх поднимемся. Короче, залез наверх опять вот на эту площадку. Я думаю, что мне должно хватить мощи запрыгнуть вон туда. Но если я туда запрыгну, куда я потом дальше пойду? Там везде лава. Значит, мне нужно запрыгнуть вон туда, наверное. Но это не точно. Нет, не долечу. И сейчас в лаву бахнусь. Печальная история маленького синенького мальчика. Хотя нет, я не бахнусь в лаву. Хо-хо-хо-хо. Я обхитрил систему. Ну чё, я думаю, что дальше пути нет. Нужны нам суперсилы для того, чтобы двигать камни. И для того, чтобы магнититься к вот этим вот золотым самородкам. Без них, как бы, без этих суперсил, я вообще ничего не могу сделать. Спичку бы достать. Хотя подожди, вон там вот я вижу расщель, ну, вон там проход есть. Тут, кажется, рано я собирался отсюда уходить. Очень рано. Вот сюда запрыгиваем. Ух ты ж, нифига себе. Ничего себе, ребята. Они тут охраняли сундучок. А что в сундучке? Конечно же, золотишко. Вот тут вот еще есть щель, через которую я, ну, никак вообще не пролезу, даже боком. Хотя боком я бы мог. Видимо, слишком жирненький. Ладно, здесь я побывал. Идем дальше. Вот тут вот посмотрим сверху. Что-нибудь я могу сделать? Вот еще золотишечко. Сверху... Ничего. Вон туда могу примагнититься. Слушай-ка. Могу туда примагнититься своей... Сейчас, минутку. Сейчас. Вот сюда, если я спрыгну.
берем лазер. Вот так вот я могу сделать. Давай. И вот здесь вот проход. Здесь какой-то проход, нужна спичка. Так, хорошо. К чему это я магнит? А, тут нифига себе, тут оказывается железо есть. Железо это хорошо. Может быть и наверх получится куда-то еще выше взобраться? Нет, выше не получится. Ну ладно. Куда мне теперь попасть бы? Короче, у меня получилось вернуться обратно при помощи трубы опять-таки. Берем спичку, но я не знаю, получится ли у меня ее в воде. Сейчас, подожди, я в воду, вот, я запрыгнул. Вот, мы пробираемся. Отлично. То есть вот эта труба мне помогает и обратно вернуться вот таким же путем, как я сюда приплыл. Это очень хорошо. Значит, спичка у нас для того, чтобы сделать рычаг. Вставляем ее сюда, активируем. Ага, и тем самым мы повернули прыг-панель. Но для чего... Смотри-ка, мы ее можем в разную сторону вообще поворачивать. Так, туда, если я поверну, то я могу слабенько, ни о чем. Давай туда. Туда нам, значит, запрыгнуть. А, вот, в принципе, я могу в трубу запрыгнуть. Кажется, это то, что нужно. Отключаем нашу пряжку. Залетаем. И не долетаем. Короче, я не знаю, как так вышло, но у меня сейчас получилось запрыгнуть с трубы. Сейчас, подожди. Вот с этого выступа? Ну-ка. Во, гляди, а почему первый раз, когда я пробовал, у меня это не выходило? Странная какая-то штука. Так, ну ладно, забрал я тут монетки. Тут как бы ничего такого интересного-то и не было. Смотри, что я тут еще заметил. Вон там есть щель. Надо туда запрыгнуть. Срочно хочу туда попасть. Оп. Да, туда можно как-то долететь. Каким-то макаром, но вот двойной прыжок. Где же мне достать двойной прыжок? Без него вообще прям какие-то серьезные проблемы. О-о-о-о, получилось! Я не знаю, как так вышло, но... Может быть, эти камни, я к ним как-то примагничиваться могу? Не знаю, короче. В общем, как-то удалось. Каким-то макаром запрыгнул. Что у нас здесь? Неведомая какая-то фигня. Туда можно пролететь? Можно туда подлететь. Как-то очень опасно. Ладно, давай подлетим. Магниты, срабатывайте. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ничего себе, это я с другой стороны вышел. Ого. Хо-хо, вот это удача. Вот это удача, вот это я понимаю. И спичка пока никакая не нужна. Вот здесь вот что это такое? Да, как-то тоже можно попасть. Но не знаю для чего. Пока что непонятно. Ладно, учту. То есть мы сейчас с другой стороны с тобой. И что мне делать дальше? Могу туда запрыгнуть, но как я потом буду выбираться? Вот этот вопрос. Давай-ка вон через низ попробуем. Вниз, 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 вниз. Вот тут вот аккуратненько. Давай, 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 давай. Ой-е. Е-е-е. Так, прыжок. Отлично. Или я отсюда пришел? Да нет, я отсюда не приходил. Еще монеточки. Сверху можно тоже как-то... Что-то куда-то взобраться. О, сундук! Секретный нашел. Ну, шикарно. Забрали. Кавабанга! Выбираемся отсюда. Блин, пряжка что-то как-то как. Фух. Я думал, она отключилась или что у меня. Ну, выбрались. Ладно, что, давай попробуем вот туда запрыгнуть, потому что там вот я вижу древесину, за нее можно зацепиться. Если меня, конечно, фартанет. Надеюсь, фартанет. Давай. Да-да-да-да-да-да, блин. Ну ладно, хоть так. Подожди, ну я должен. Давай-давай-давай-давай. Ништяк, и тут еще и магнит сработал. О, хорошо. Вот это да, я даже не ожидал, что я сюда заберусь так как-то каким-то макаром. Ну допустим, там вон лава. Так, хочу вернуться обратно, давай-ка это сделаем. Давай, цепляйся. Фу-ху-ху-ху-ху. Вернуться обратно я хочу, потому что я видел там еще лазеечку. Еще лазеечку. Давай, 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 давай. Вот так вот. Вон в ту сторону, смотри, лазейка есть. Только я вот не знаю, как до нее доцепиться. Ну, сейчас, подожди. Вот тут вот можно как-то пролезть, смотри. Сундук. Сундук, сундук, сундук. Еще один секретный. Ничего себе, сколько я секреток-то тут нашел. Правда, от них толку-то не так уж и много. Тупо монетки дают. Ну, ничего, на золото можно купить апгрейды. Мы же с тобой это помним. Давай-ка сюда примагничусь еще разок. Хоп.
Ну, блин, туда я точно уже никак. Ничего. Все, наверное, пойдем отсюда. Возвращаемся к спичкам, значит. Берем спичку. Единственное, я не знаю, обо что ее зажечь. Хотя, что думать, обо что ее зажечь? У тебя вон там лава есть. Облава зажег, и все. И вот у меня дилемма, успею я туда или нет. Значит, вот у нас лава. Блин, я боюсь, что я туда не успею. Ну да пофиг, попробовать-то стоит. Не зажигается. Есть, зажег. Прикинь, она... Блин, она упала. Ясно, значит, облаву никак. Только она лавы касается, спичка сразу же моментом вся сгорает. Это обидно. Ну что ж, мы снова здесь, у этого прекрасного вида, на наш Клиттаун. В общем, ну, кстати, пока что он еще не наш, мы его не захватили. В общем, тут есть куча лазеек, которые я хотел давненько облазить. Вот, например, вот по этой трубе мы магнитимся, да, и можем вот вроде как вон туда куда-то залезть. Сейчас попробую это сделать. Сейчас. Черт. Не так-то это все просто. Ну-ка, ну-ка. Там сундук, там, кажется, сундук. Давай-ка. Сейчас, подожди-ка, надо поближе вот так вот подлететь. Да, сундук, и что же здесь? Опа, максимальное здоровье, плюс один. Отлично. Ну там точно ничего нету. Хотя можно туда как-то запрыгнуть. Оп-оп-оп-оп. Смотри-ка, запрыгнул. Я думал, сюда не попаду. Блин, мне даже двойной прыжок нафиг не нужен. Везде лази как паукан. Хорошо, здесь мы все разузнали. Здесь мы обратно сможем пролезть? Да, через гвоздь сможем. Пойдем сейчас еще... Опа, нифига себе, вот эта вся стенка, она прям магнитится. Ничего себе. Посмотрим, что мы можем сделать в самом начале. Кстати, куча сундуков же было. Точно, 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 точно. Вон на той стороне были сундуки. Вот этот шарик мне надо взять, он пригодится, 100%. Полетели. Во-первых, он мне пригодится для того, чтобы... А, он тут не пригодится. Сейчас, минуточку. Залезем вот сюда, активируем вот эту кнопку. 3 секунды нам для чего-то, чтобы... А, там дверь открывается на 3 секунды, ясно. Так. Черт, а прыг-панель-то где? А прыг-панель у нас вон там, в той стороне. Ладно, погнали. Успею, не успею? Думаю, что не успею. Давай, 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 давай. Не, не успеваю вообще никак. Тут нужна телепорт-пушка, 100%. Ладно, тогда мы сейчас сходим в темную пещеру, где была тайная майнкрафтовская стенка, которую я сломал. Если она приведет к вулкану, но с другой стороны, это будет капец, конечно. Итак, прыжок. И что же тут у нас? А там снова потемки. Нифига не видно, придется походу шарик тащить огненный, да? Огненный шарик. Ага, точно. Тут картонки. Ну чё, картон? Давай, зажигайся, зажигайся. Да, он сгорел. И что мы? Куда это мы вышли? Вот как этот картон мы прожгли и попали сюда. Блин, ну получается, что эту разгадку мы выяснили. А, кстати, у нас же шарик есть. Подожди-ка, давай-ка вниз спустимся. Поскольку у нас есть шарик. Я вот не помню, я смогу сюда его положить или нет. Сейчас проверю. Подожди, вот я его кладу. Опа-на, да. Получается. Как удивительно все сошлось-то, слушай. Так, и что? Еще один шарик сюда надо будет притащить и смотреть, что с водой происходит. Ага, 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 ага. И для чего? Она в трубу должна попасть. Но у нас это не совсем получилось. Мне нужно вон ту трубу, вон та розовая труба. Ее надо сюда как-то подцепить, наверное. Так, ладно, если я открываю, вода, да. Пойду-ка я еще задним шариком. Хватаем еще один шарик. Вот, можно даже целых два, раз они магнитятся. Полетели. Заодно сейчас я возьму еще... Попытаюсь взять вот этот вот сундучок. Так, да я не допрыгну, но допрыгну я с шариком. Должен, по крайней мере... А, блин, шарик-то он прыгает вместе со мной. Черт подери. А, погоди, а может быть вон за трубу зацепиться? Как-нибудь может получится? Кажется, должно получиться. Сейчас, минутку. Шарик, отцепись. Вот тут вот побудь. Отцепись. Сейчас, минутку, минутку, минутку. Да, вот как мы обхитрим эту систему. Все, собираем сундучок. Есть. И еще максимальное здоровье плюс один. Ну, а теперь мы в самое начало прям вернулись. Тут вот ребенок стоит без отца. Отец уже ушел в Клиттаун торговать. Сейчас попробуем вот через эту трубу забраться еще выше. Сейчас. Вот.
Отлично. Что в этом домике? У нас что-нибудь тут есть? Не, нифига нет, тут окошко только, чтобы спрыгнуть вниз. Но мы туда прыгать пока не хотим. Вообще не хотим. Этот домик нам для чего-то нужен, но я пока не соображаю для чего. Ладно. Пойдем в другую сторону. Вот сюда попытаемся залезть. Наверху тоже может быть что-то, кстати. Кстати, может быть что-то. Угу. Так. Допрыгнем, не допрыгнем туда. Да, допрыгнули. А здесь у нас просто майнкрафтовская стенка и немножечко золотишечка. Было бы странно, если бы это не майнкрафтовская стенка была. Все, разломал тут все. Больше ни шиша тут нету. А, это огромная здоровенная кирка. Нифига себе. Даже не обратил на это вначале внимания. Интересно, я примагничусь к ней? Не, к ней не магничусь. Короче, решил сбегать еще кружочку, треугольнику и квадратику. В комментариях писали, что это отсылка к игре в кальмара. Я тогда вообще не обратил внимания на это, но действительно, кругляшок, треугольник и квадратик — это игра в кальмара. Вот мы сейчас вот таким вот макаром попытаемся пролезть сюда. У меня к тому же куча всякого оборудования. Я не знаю, оно нам нужно или нет, но сейчас мы это выясним. Так. Так-то. Я туда не допрыгнул. Вообще не допрыгнул. Блин. Двойной прыжок нужен. А что же там? Там что-то очень интересное. Там что-то прям капец как интересное. Эх. Да, прикинь. Нифига себе, я себя в шоке. А тут сундук. И с чем же сундук? И с чем же сундук? Куча монеток. И все. Эх. Я-то думал, тут что-то будет интересное. Вот он, кругляшок, треугольник, квадратик. Оказывается, туда можно было допрыгнуть и просто так. С самого начала вообще. Привет, дружище. Подожди. Я притащил тебе еще один шарик. Твой друган будет. Значит, вот, все. С шариками разобрались. Теперь ясно, для чего они там нужны были. В эту трубу мы теперь можем без проблем заходить и переплывать. Но зачем? Не ясно пока. Подожди, а может быть вот этот напор? Вот. О, точно. Есть вероятность, что при помощи него... Нет, так не проканывает. Я думал, я смогу плыть в этом напоре, но нет, нифига. Так, а если я... Если я напор поменяю? Блин, нет, я в нем плавать не могу. Это прямо беда. А, кстати, а что будет, если я в эту трубу попробую залезть? А? Сейчас я батарейку запрыгну. Я же не пробовал в эту трубу залезть, да? Может, получится? Ну-ка. Не... В никуда она. Ясно. А как-то ее стащить можно? Можно, пожалуйста, отрываешь ее и все. И сейчас попробуем ее зацепить. Ту штуку. Так. Давай, цеплять. О! Во! Додумался наконец-то, что здесь делать нужно. И что мне это дает? А непонятно, что тебе это дает. Вроде как там можно пробежать теперь. Но это не точно. Что-нибудь расскажешь мне? Будь осторожен. Как обычно. Ладно, давай сверху посмотрим. Там есть на что встать? Встать. Прыгаю. Но вроде бы... Смотри, это сломать можно? Нифига себе! Нифига себе, это ломается! Обалдеть. Ничего себе, и куда это я падаю? Главное, чтобы лава здесь на меня никак... сверху не налилась и не расплавила к чертям. Вот. Вот это событие. Кто бы мог подумать, что я ломаю здесь лаву. Ну, допустим, я это все дело разломал. И что? Что мне это дает? А, вот. Я еще ниже прокопал и достал какие-то монетки. Вот еще монеточки. Случайным образом суициднулся там. Просто... Из-за пара нифига не видно было. Вообще капец. Так, значит, давай я вот эту трубу теперь уберу. Вот эту трубу, давай. Я ее убираю и смотрим, что там происходит. Что у нас там? Я теперь, по всей видимости, туда могу как-то просто прыгнуть. Но для чего? Я здесь уже все откопал давным-давно. Все выкопал вообще. Так, но зато я теперь отсюда могу прыгнуть вот сюда. Со спокойной душой. Хопа, и все, я здесь. Игра сохранилась. Но для чего я сюда запрыгнул? Кто бы мне подсказал?
Но здесь по-любому нужен лазер. Апгрейженный. Дальше вообще никак. Так что все. Максимум я здесь сделал. Теперь со спокойной душой могу возвращаться. Слушай, я хочу еще взять вот эту трубу и кое-что еще с ней попробовать. Во-первых, я хочу ее поставить вот сюда. Это мне как-то что-то даст. О! Вода поднялась. Не зря я ее сюда притащил. Хорошо, собираем монеточки. Если я туда могу допрыгнуть, я, кажется, не могу сюда запрыгнуть. Печальная печаль. Эть, ну давай, ты смозус. Ты смозус, нет, он не смозит. А если так, да, совсем чуть-чуть оставалось, и вот тут... Что это за дискриминация вообще? О-о-о-о! Получилось. Фух, я уж думал зря сюда. Воды накачал. О, вот это вот еще не собрал. Тут что-нибудь есть? Что-нибудь? Есть кто тут? Нету. Ничегошеньки, никогошеньки тут нет. Все, бежим отсюда. Ну и давай, наконец-то, решим вопрос с лавой. Так, поскольку у нас здесь есть вот такой вот водопадик, я хочу этот водопадик направить к лаве. Вот так вот, смотри-ка. Хо-хо-хо. Ого, неплохо, там что-то у нас тоже сейчас появится. Так, если я тебя перенаправлю в эту сторону, это нам ничего не даст. В ту нам тоже ничего не даст. Туда только, либо сюда. Там мы были уже. Ладно, разворачиваем обратно. Вот так вот. Пойдем посмотрим, что мы теперь там имеем. Нифига себе, нифига себе. Вот эти блоки теперь можно сломать со спокойной душой. Вот так вот. Где золото? Где моя золотишечка? Походу, пока что его нет, надо глубоко копать. А глубоко копать, это я умею. Все ломаем. Прям вообще все ломаем. О, золото, смотри. Нифига. А как до него? Чтобы до него добраться, я понял, что нужно сделать. Я, кажется, понял. Так, сейчас минуточку. О, это сундук? Нифига себе. Сундук, прикинь. Что это? Бросок пронзания плюс. Теперь у меня бросок пронзания еще круче работает. Не ожидал я, конечно, что тут увижу. Апгрейд? Но это прям круто. Ладно, пойдем-ка мы сейчас откроем ворота, потому что нам нужно воду спустить, а то мы вниз не опустимся. Так, давай бросай. Вода у нас ушла. Стало немножечко попроще. Теперь мы можем здесь добыть золотишечко. Вот. Еще, к сожалению, глубже не получается спуститься. Примагнититься ни к чему я тут не могу. О, подожди. Да, тут никак. Ладно. А, бросок. Сейчас попробуем бросок. Точно, он же у меня есть. Я про него вечно забываю. Да, вроде все сломал. Ну, давай бросочек. В воде ты могешь что-нибудь? Ну-ка. О, да. Давай, разламывай. Ништяк. Тебе не надо никуда опускаться. Тебе достаточно кинуть кирку. Есть? Есть. Все. Здесь золото все поднял. Знаешь еще что думаю? Нам надо вон ту трубу взять. Надо ее взять и пришпандорить в другое место. Прям вот капец как. Сейчас. Еще мыслишка появилась. Так, ты идешь со мной? Короче, смотри, я хочу ее вон туда пришпандорить. Если получится, конечно. Там вроде как закрывашка может мешаться. Но я попробую. Давай, ты сюда встанешь? Эх, блин, нет, она сюда не встает. Ну, хотя... Подожди, а почему это ты не встаешь? Там тоже закрывашка была, и ты встала. Здесь удачно так. Вот, здесь встает. Подожди. Так, еще разок. Просто, если я ее смогу нарастить, я смогу добраться вон туда. По крайней мере, мне так казалось. Но нет. Ну что ж, мы выяснили, куда эта пещера нас ввела. И мы в нее, как я уже ранее сказал, обязательно вернемся, когда у меня будет апгрейд на золотые самородки. О, да, Клитаун. Нам бы теперь как-нибудь забраться наверх. Вон туда. Там очень много интересного, но для этого нужно активировать вот эту прыг-панель. А куда проводочек идет? Он куда-то идет? Куда? А что так высоко? Блин. Это капец. Здесь у нас что? Здесь у нас огонек. Ну туда-то я точно не доберусь, вообще никак. До этих гвоздиков. Не допрыгну, не долечу. Нужен... А, вон там магнит есть, вон там вот. Подождите-ка. Ключик же мы можем взять, точно. Теперь мы можем взять ключ сейчас.
Минуточку, помоюсь. Вот, отлично. Сейчас, значит, залазим сюда. И прыгаем вот сюда. Нет, не получилось. Через верх надо как-то. Куда зацепиться могу? Давай-ка сюда. Цепляемся сюда. И вот к сундуку мы теперь можем, кстати, попасть. Но вот не факт, что попадем. Там гвоздиков-то больше нету. Так, ладно. Если я пойду сюда. Да, вот сюда вот могу запрыгнуть. Опа. Хорошо. И красный челик, что расскажешь? Магниты отталкивают намного сильнее, чем обычный металл. А, то есть я могу вон туда перелететь? Хм. Ну, мы, кстати, это уже узнали в забеге. Спасибо тебе. Я буду иметь в виду. А куда он? Наверх может меня оттолкнуть? Да, может наверх оттолкнуть. Если сильно постараться, можно вон туда долететь. Опа! Тихо-тихо, не падаем, не соскальзываем. Так. А вот, собственно, и вот этот гвоздик, который мне нужен был. Так, теперь нам вот сюда надо. Цепляемся. А дальше... Вот сюда нам надо. Опа! Вот она кнопка, которая активирует прыг-панель. Хо-хо-хо-хо. Шикарно. Все активировал. Все доступно теперь. Вот здесь вот мы сейчас сделаем вот такую штуку. Достанет же? Давай. Достанет. Прыгаем наверх. Еще выше могу взобраться. Ничего себе. А что здесь делать? Что здесь? Для чего это? Для чего? Ух, монетка какая здоровенная. Я ее забрал, забрал. Так. О, там вода есть. Блин, я на самом верху, обалден. Я бы забрался так высоко. Высоко. Я вот думаю, мне есть смысл тут оставаться или нет? Ладно, давайте прыгнем вот сюда. Вот так. И, в принципе, я могу допрыгнуть теперь. Там что-то было, ты видел? Ты видел, там что-то было? Надо туда вернуться срочно. Сейчас, подожди. Давай с водой разберемся. Вот, вода, давай. А, это не... Это алмаз? Это алмаз? Вроде как на него похоже. Так. И что это? И что это нам дает? Ну-ка, ну-ка. Я-то думал, это вода. Но нет, это не вода. И все? Фу, блин. Давай прыгнем на прыг-панель. Кавабанга! Куда она нас закинет? Ничего себе. Сюда специально, да? Посмотрим, что там за тайничок такой скрытый был. Который я так еле-еле увидел. Ну-ка. Давай же, запрыгивай. Опа. Где-то он там был, этот тайник. Не профокать бы его сейчас. Значит, мне нужно будет сейчас прыгнуть к стеночке. Вот. О! А, деньги. Деньги. Деньги уже не так радуют. Ладно, пойдем спустимся пониже. Вот здесь вот. Падаю, Хьюстин. А, ну и отлично упал, в принципе. В принципе, удачно упал. Так, вот здесь вот. Ага, тут можно пролезть. Смотри-ка, что тут у нас. Еще секретная комната. В поисках секретов. Критический урон плюс 5. Итого, у меня теперь 15% нанести крит. Е-е-е, критуем. Мы с тобой критуем. Не то, что крит. Вниз сейчас спущусь. У меня же магнитная пряжка появилась. Я теперь могу сделать вот так вот. Заряжаем эту штуку. Давай. О, да. В смысле? Я еще сейчас побегаю, подождите. Вот, я заряжаю. Оно опускается. То есть, пока я здесь нахожусь, пока я тут бегаю, они работают. Ну, хорошо. Так, теперь мне надо бежать. Бежим. Скорей. Ух, успел. Я перепрыгнул. И что же тут? Там ничего. Вроде как. Монетка. Монетосечка. О, зато вон там вот три монетки. Вот тут вот еще можно пролезть. Сейчас посмотрим, что тут. Сундук. Так, хорошо, мы сейчас туда вернемся. Но здесь телепорт-пушка нужна. Что там? Там что-то очень крутое. Там очень что-то балдежное. Эх, туда никак. Нужна телепорт-пушка. Ладно,
Пойдем за сундучком. Мы сюда вернемся. Потом. Потом когда-нибудь вернемся. Что тут у нас? Что тут? Что тут? Максимум урон плюс один. Ну, неплохо, ладно. Что еще мы здесь с тобой не сделали? Как нам достать... Как нам достать ключик? Ключ. Сейчас поднимаюсь. И вот, да. Получилось. Так, ключик где-то там. Давай, хватайся. Я вытащил ключик. Теперь мы узнаем, что скрыто у нас там, за этой дверью. Интересно, а ключик можно расплавить? Нет, он не плавится. Так, отдай мне вот эту ягоду. Ты меня кольнул, а я забираю твою ягоду. Все по чесноку. Значится. Сейчас, минутку. Где дверка? Дверка где-то была. А где дверка? Сейчас. Куда-то здесь... А, вон она, внизу. Внизу. Открываем. Вот эти сундуки все говорят, ну почему это золотой сундук не собрал? Его нельзя собрать, из него монеты выкачиваются. Это как сбережение каждого жителя Клитауна. Поэтому не надо говорить, что я забыл собрать золотой сундук. Вот. Максимальное здоровье плюс один. Угу. Ну и плюмбус стоит. Блин, я думал, тут что-то будет дельное, прикольное. Ну, что могу сказать? Наверное, на сегодня все. Сейчас, минутку. Так, вот это я делаю, и что я делаю? А, я опустил подъемник. Ну и все. Мадам. Тут мадама где-то стояла. Я для нее специально опустил. Ну ладно. Пойдем быстренько забежим, апгрейдики еще купим. Апгрейдики нам нужны. Вот это вот все скупаем. Спасибо. Мне больше нечего тебе продать. Пора на пенсию. Так что давай, иду на пенсию. Меч мне наконец-то продашь, нет? Я хочу меч взять у тебя, купить. У меня деньги есть. Но она что-то не хочет мне его продать. Эх, беда. Ну что, на второй ярус нам тогда остается. Вроде бы здесь все открыл, все проверил. Что у нас по прогрессу? 31%. Хотя я сюжета не так уж и много прошел. Мы на втором ярусе. Найдите улучшения, которые помогут вам попасть на третий этаж. Ха, нам еще и на третий надо попасть. Ну что, шикарно. Мы на втором ярусе. Ладно, на этом мы, наверное, и закругляемся. Потому что сегодня был день посвящен секреткам. До которых я мог добраться. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть больше Супраленда, то ты знаешь, что делать. Ставь пальцы вверх под этим видео, то есть лайк, и подписывайся, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы, собственно, и увидимся. Так что до встречи!